Адъютант включен. Добрый вечер, магистрат. Прослушайте сводку последних событий. Конфедерация стягивает войска в систему после уничтожения протосами колонии на Чаусаре. Власти усилили меры безопасности в прилежащих системах. И, скорее всего, ваша колония также будет изолирована. Пока вы ужинали, пришло зашифрованное сообщение от Конфедерации. Воспроизвожу. Здравствуйте, магистрат. На связи генерал Эдмунд Дюк, командующий корпусом Конфедерации Альфа. На вашей планете объявлен карантин, и мы начнем оцепление в течение следующих 48 часов. Вам приказано эвакуировать основной состав колонистов в пустоши. Надеюсь, у вас не возникнет проблем с выполнением данных директив. Конец сообщения. С нами связался местный шериф Джеймс Рейнер. Он согласился встретить ваших людей и проводить их до места назначения в пустошах. Всегда готов. Командир. Работа выполнена. Готов к работе. ГСМ готов, Гэт. Так, точно. Это Джимми. Слушаю, командир. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. О, да. Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. О, да. Звучит неплохо. Звучит неплохо.
Можно попробовать. О, да. Вперед. Работа выполнена. В этом строении обучаются пехотные войска, например, морпехи. Что прикажете, Кэп? Вас понял. 7 минут, Кэп. Приказ получен. Так точно. Рейнар на связи. Кто на новенького? О, да. Вперед. Можно попробовать. О, да. Можно попробовать. Кто на ноги? Звучит неплохо. Можно попробовать. Звучит неплохо. Работа выполнена. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. Вперед. Можно попробовать. О, да. Кто на новенького? Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. О, да. Можно попробовать. Звучит неплохо. Вот да. Вперед. Кто на новенького? Звучит неплохо.